Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. 30 апреля 2015 года. Ну вот уже, когда у меня к концу дня силы кончаются, то я вот сегодня вытащил отсюда все ящики. Вот туда подальше. Как видим, на крылах сверху железом. Забор там еще сделал железный. В общем, сегодня пришлось мне тут основательно побегать. Ну и вот уже в самом конце, когда у меня сил нет, вот я занимаюсь такой переборкой отходов, которые с магазина беру. Ну и сразу их вот таким ножом упаковки разрезаю вот в этот луковый мешок. Отправляю, там же ведро у меня сломанное, это пойдет как вентиляция в вермисептик. А это ведро, вот как оно есть, так целиком, вот все, что там есть, видимо, огурцы, перцы, киви, апельсины, салаты всякие, это все пойдет в вермифабрику, не измельчаясь. Вот тот ЗИЛ, который у меня 500-литровый, находится внутри цоколи вот этого дома. Ну, как видим, обстановка на данный момент безобразная, но с этим делом я очень быстро справляюсь. Как видели, вот все картонные ящики, коробки все разломаны, деревянные ящики сегодня вынесены, укрыты. Ну, теперь осталось вынести картон, бумагу, застеклить здесь, немножко выровнять. Вот там, видите, у меня прогнулась подпорка уже с 91-го года. Это теплица, так что завтра домкратом все это выровняю и застеклю. Вот такая обстановка на 30 апреля. Листья вот эти еще надо вынести. В общем, на день кувыркания еще есть.